Всем привет! С вами канал Вита ТВ. И сегодня у нас будет распаковка, обзор вот такой вот коробочки Fashions, вот таких вот Little Pet Shop мялок. Здесь указана вся коллекция. У меня здесь Рассел и Минка. Да. И еще у меня будет распаковка, обзор вот такого вот блокнотика. Там такие вот черные штучки, скребок. И тут нужно тереть вот так вот. Ну и давайте начнем с Little Pet Shop. Я этих мелок обожаю. Так, открываем. Хотелось бы поаккуратнее. Да, поаккуратнее у меня не получилось. Вот так вот сделаем. Берем. Вот здесь вот задний фон я не смогла оторвать. Ну и давайте же откроем. У меня ножница и вот так вот сделали. Сделали мы дырочку. Она какая-то у меня небольшая. Вот, отрезали. И теперь вот от этой дырочки рвем. Жаль, что у меня не получилось аккуратно. Хотелось бы фон мне. Но все равно у меня пальчики в порядке. Вынимаем. Ай! Первый тот, кто у меня выбежал, это Рассел. Такой вот Рассел. И он мнется. Правда, этот материал какой-то странный. То, что с вербиками было. Но все равно очень они прикольные. Их можно мять. Ну и давайте рассмотрим его поближе. У Рассела зелененькие глазки. И у него проделаны колючки. У Рассела колючки можно тянуть вот так вот. Ай! Он колется по-настоящему. И Рассел оранжевого цвета. Но они не так уж сильно мнутся, как моя Стелла. А вот и Минка выскочила. Минка, вот она. У нее хвостики здесь. Сзади у нее ничего нет. Хвостик. Замечательный хвостик. Ножки опять можно тянуть. Вот у нее уже помягче материал. Да. Что в этом наборе было? Вот такая вот штука. Такой вот, который я не смогла вытащить нормально. Ну вот этот хоть оставлю на память. Ну и вот это вот было. Фирма Hasbro. Ну и давайте посмотрим, что в этом блокнотике особенного.
Вот так я вытащила вот эту вот. И достаем из пакетика наш блокнотик. Вот скребок. У меня уже был такой набор, но... Ой. Вот. Сам фон этот черный. И можно нарисовать что-нибудь. Я сейчас продемонстрирую. Смотрите. Видите? Он так царапается. И у вас это вот получается делать. Вот, цветочек. Всем пока!